мы находимся в Москве. Сегодня отрабатываю здесь день, опять на Арбате. Ночью вылетаю в Нижний Новгород. У ребят там будет конкурс по бритью. Я буду в жюри на этом конкурсе, наши ребята будут там выступать. Номинация «Влажное бритье». Мы, короче, в Нижнем Новгороде. Еду в гостиницу, ребята уже прилетели. Все, народ, наконец добрались до Нижнего Новгорода. Тут Ника, тут Амаз, блогер. Кто с нами тут еще? Валентина. Сегодня идем на площадку, смотрим моделей, а завтра, наконец-таки, конкурс. Здесь будет проходить, собственно, чемпионат. Ну, сейчас, видите, пока вообще ничего нет. Я так понимаю, вот это все убираться, что ли, будет? Либо это будет вот эта площадка. Да. Капец. С подготовкой к завтрашнему мероприятию. Видишь? Амаз у нас тут. Ник у нас тут. Завтра бой. 13.00 стартуем. Уже с площадки покажу. Как будет проходить конкурс и вообще оценка в принципе? Будут выступать по одному участнику на сцене. 2-3 члена жюри будут стоять напротив мастера и проставлять критерии. То есть, ну, баллы по критериям. Вот там будет. На сцене снимать вряд ли прям смогу что-то показывать. То есть, ну, в общем, жеребьевку прошли. В 13.15 выступает первый мастер. Ну и, собственно, и дальше по очередности. Что делаешь сейчас? Воду кипячу для горячего компресса. Вай, что это? На каждый. Какая красота, народ! Цикада the best! А что это мы здесь делаем, а? Да блин! Кипяточек! Вай! Вай! Что ты будешь делать? Как красиво, а? А кто у нас остался без футболки, потому что поздно придумал, что едет? Важное бритье. Судьи этой номинации — Харламова Валентина Александровна, главный судья номинации барберов. Это легенда барберов. Это непревзойденный преподаватель в этой области. Пастухов Роман Викторович, судья номинации барберов. Бек Шейвер со стажем 10 лет во влажном классическом бритье. 6 лет ведет канал о влажном классическом бритье. С удовольствием представляю человека, который приехал к нам из Сочи и привез команду барберов, которые впервые в мире выйдут на сцену и покажут свой профессионализм во влажном бритье. Юрий Жданов, город Сочи. Чемпион России, чемпион мира 2020 года, профессии с 1999 года, абсолютный чемпион Юга России, чемпион России 2003, 2004, 2005 год, Невский Мельга, абсолютный чемпион стран Балтии среди мужских парикмахеров, призер первых международных олимпийских игр среди парикмахеров, абсолютный чемпион России 2019-2020. Спикер Москва, чемпион мира 2020-го, сертифицированный судья, член сборной России по парикмахерскому искусству, основатель хендкрафтинга Юрий Жданов, город Сочи. Первый идем, Аня сейчас работает, готовим к номинации, сейчас ее и будем судить. Таким образом будет происходить: сначала один участник, потом второй, потом третий. Члены жюри будут смотреть за выполнением работы. Подготавливаем одну тележку, подготавливаем ребята вторую. Собственно, по отдельности будем. Первая модель из нашей команды — Аня Киселева. Это да. Посмотрим потом после. А? Thank you.
судей: Виктория Марина, Светлана Азарова. Поддержка чемпиона. У нас готовится Ника. Вот ее модель. Ника у нас начала работать. Сейчас отпаривание идет. Первый компресс. А я хочу быть пять минут. В зоне площадки проходит соревнование мастеров педикюра, маникюра на раз. До старта комбинированный педикюр мастера. 4 часа 10 минут. Следующий из наших готовится Армаз. Вот его модель, сейчас покажем. Ждем награждения. Амаз ждем, Ника ждем. А это мой. Все судьи здесь, Валентина стоит. Третье место Лебедеву Амазу. Yes, да! Вырвал! Модель не взял! Вот единоличник вообще, забыл он. Стой, подожди. Подарки от наших спонсоров. На первое место впервые в мире получает Коля Нике. Мастер, который впервые в мире вышла на сцену и победила в салонном влажном бритье. Мастера, партнеры, не уходите со сцены, потому что для нас это тоже огромное. Вот он, Павел, последний мгновение. Я победитель! Мое! Нижнего Новгорода. Бушу его! Амаз, языком давай! Мы решили с чемпионами прогуляться по ночному Нижнего Новгорода. Идем в Кремль, вон туда. My life is brilliant. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Я теперь понимаю, откуда вы украли это. Это тут стоит уже больше 10 лет. Точно, я уверяю вам. А прикиньте, еще наши флаги поставить какие-нибудь прикольные. Хорошая идея. Ну, да. Что, рейдерский захват устраивает? Ну... Подождите меня, я в последний вагон. Держи его, держи. Хоп-хоп. Смотрите на этих придурков.
Бегом отсюда. Ребенок, кто тебя так ночью поздно отпустил гулять? Папе, только, пожалуйста, не говорите. Хорошо, отмечу его в Инстаграм. Это Амаз. Еще раз давайте сюда. А что вы тут делаете? Неважно. Ну, в принципе, можно пролезть, ребята.